Издательский совет Русской Православной Церкви считает полезным составить рекомендательный список литературы, предназначенной для подросткового чтения, примерно с 12 до 17 лет. Подобного рода список можно было бы посоветовать и родителям, ищущим ответа на вопрос, какую литературу можно дать подросшим детям, не рискуя повредить их душе, и самим юношам и девушкам, желающим чтения увлекательного, развивающего, но не оскорбительного для их чувств. На сайте издательского совета издатсовет.ру предлагается черновой список художественных произведений подобного рода и 4 вопроса, на которые необходимо ответить всем, кто желает поучаствовать в опросе. К опросу приглашаются все желающие.